Надежная кофта худи или спортивная, смотря по ситуации, не жаркая, может быть слегка маркая по цвету, так как светлая, фиолетово-розовая по оттенку, внутри слегка белая. Все швы ровные, качественные в плане материала, который составляет из себя хлопок и полиэстер, примерно половина на половину. Нежная, мягкая, нигде не натирает, жарко в ней не будет. По погоде можно носить в легкий минус, куртка, естественно, и в относительно жаркую погоду, но без верхней одежды. Стирается, надеюсь, легко, плотная, качественная. Мне понравилось. Спасибо вам за внимание. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки или дизлайки, ждите новые обзоры. Надежная кофта худи или спортивная, смотря по ситуации, не жаркая, может быть слегка маркая по цвету.